В районном историко-культурном центре прошел областной семинар на тему профилактики коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления муниципальных образований. Его соорганизаторами стали сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области, администрация губернатора Подмосковья, региональная прокуратура и Министерство труда России. Семинар был приурочен к началу кампании, в ходе которой лица, замещающие должности руководителей государственных и муниципальных служб, обязаны представить декларации, в которых будут указаны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кампания наступила, и сведения должны представить лица, замещающие местами на основе муниципальной должности, до 1 апреля. Встречу устроили для работников правовых кадровых подразделений организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В нем приняли участие представители 14 муниципальных образований Московской области. Несмотря на то, что декларационная кампания уже стала традиционной, подобные семинары не теряют своей актуальности. Мы все ежегодно заполняем декларации о доходах и расходах. Они с каждым годом становятся все сложнее. Да, их переводят в электронную форму. И вы знаете, только ведь от того, как ты правильно заполнишь декларацию, по сути дела, зависит судьба работника. В прошлом году, по словам Алексея Селезнева, в Московской области лишились своих постов 15 чиновников. По мнению организаторов, чем больше нюансов о заполнении декларации будут знать сотрудники правовых и кадровых служб муниципалитетов, тем меньше вероятность ошибки в предоставляемых документах. Возникают такие вопросы, казалось бы, простые. А почему должна моя супруга представлять сведения? Ведь обязанность у меня, говорит муниципальный депутат, нет. Мы говорим, что по закону ваша обязанность представить, а у супруги обязанность представить вам. То есть спрос будет именно с муниципального депутата, который не представил сведения о доходах своей супруги. Всего месяц отводится чиновникам и депутатам на предоставление декларации. Впрочем, еще в течение месяца они имеют право вносить в них необходимые правки.